А что нажимать-то надо? Ебать! Ой, хорошо, да все, я на крыше. Я не хочу умирать. Что, блядь, что? Да пошел ты нахуй, сука, везунчик! Пиздобол, блядь, нельзя так, блядь, чтобы человеку везло, а что? Почему не так? Жирному зомби свернул шею на 9 хп. На 9. Снова 9 хп. Ай, смешно. А они это кто? А, в смысле ты про ботов? Ах, да сука, я тебе почти шею свернул, почему тебе урон не проходит, дебил? А почему я теряю донос, не могу, чё за прикол? О, нет, смог. Я ему шею, походу, свернул. Что я знаю. Вор. О, побежал Демис. Наверное, да. Ебать, это что за хуета такая? У него, ага, то есть по нему и чё? Че, блядь, дальше-то? И эта сука именно на меня сагрилась. Ну вот, блядь, новый пидор, а. Как его убить? Ну я так понял, по нему смысла дамажить нету. Мне интересно, что он делает. Либо я сзади. Глюк есть. Глюк есть, описание. Либо я сзади, блин. Минус, в смысле, стрелять? Как у тени защиту у него. А скорость где же? Что я успею? Да, я скачу на вторую. Для того, кого наворует оружие, и помню. Того, кого ударил. Вот она пугает меня, помню, как дают так. Который своровал тоже. Димас, ну как ты сказал, он вот так сказал, так. Ты чё, типа ламбить теперь будет, нет? Нет? Его сейчас можно убить, я так понял, да? Когда он наём убил. Его только фонарик. А, то ещё, ну это хуйня? Типа... В смысле? Ну он... Ну это явно дисбаланс. Не вижу, как его можно рационально убить. Типа вон он залез туда и что, и блять, как его фонарь сейчас мне засветит. Он убивает по фонарику? Да должен, по сути. Я его фонариком светил, но много хп наносил. Либо что, не бей. Попробуйте в него. Вот я свечу, нет? Ладно, уже. Да, ты ему у тебя все плохо. Да, вообще, выходят хиты. Нет, даже хиты не выходят. Типа... Вот я на него смотрю, и все хуйня. Ну вот я вплотную.
тысяч, и ничего не происходит. Ну, может, кто не убавляет, но он просто не пишет, я не знаю. Дима, у тебя хп убавляется? Стой, стой. Нет, наверное. Сейчас гляну, погодите. А, у меня анбит разбинжен. Да нифига. Вообще, в принципе, этот класс бесполезен, если... Типы в баррикадах находятся. В принципе, да. Он вообще бесполезен. Не, ну так. Для мудаков, ну, типа, которые не могут построить баррикады, он легко зайдет. Его не бьют, он бьет всех. А, это я видел, по-моему, подводов я смотрел, да. Типа, в умелых руках способен убить команду свыше 20 человек. Я все думал, что же это такое. Алис Лехер. А, блядь, смешно. Дебишку спиздил его вещи.